Первый товарищ сантехник вылазит нахуй. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зашел в магазин, нахуй. Все, залетает какой-то придурок, нахуй. Меня, короче, нахуй гонять оттуда с магазина. Я сама наебну. О, бля, все нахуй. Дед. Дед сегодня, бля, нихуя молчит. Бля, что я? На гвоздь. Сел. Гвоздик. Гвоздик. Ой, гвоздик. Укол получил, бля. Бля, сейчас заражение будет, нахуй. Паша, покажи, что там. Если я бы жил, о, котик, нахуй, вот это, штабик. Живи, блядь, сделай, ёпта, оставайся. А этих выгони, блядь. Ну, нахуй они меня. Здесь живи, хуй, одна помойка тебе как раз хватит. Две помойки, блядь, все будут твои, нахуй. Ну, ага. Один будешь единственный здесь, нахуй. Нахуй они мне нужны. А они пускай, это, крышу бомбалюк лезут. Бомбалюк лезут, блядь. Выгони. Я бы все повыкидывал бы, нахуй. Да? Ты что по-человечески сделал? Что, шторки одну похожи, как на мои, блядь. Знаешь что, если у бабушки был бы хуй, она была бы дедушкой, понял, а? Да. Я бы сделал, ё-моё, ты че? Приди да сделай, нахуй. Вот вы живете здесь, что не могли по-человечески делать, потихоньку. Прихуели, падлы, блядь. Иди нахуй, вон, сверка работает, блядь. Нормально. Мне уже 70. Он уже на пенсии. Ему похуй. Ему похуй вообще. Ну ладно. Пить, да. Пить он не на пенсии, нахуй. Мелочь. Если вы живете... Ему и в бункере заявили. Нет, Толян, ты что запизделся опять? Опохмелился? Бункер-то Андрюх. Я еще не пил. Андрюха, бульдог, опохмелился опять. Ты ко мне заходил на бункер? А? Ты видел? Вот нет, этот, ебать мой хуй. Да, там какой? Этот, другой. Ты заходил, ты видел, какая там чистота? Порядок и вода перетрошит. Чистота порядок. Идеальная вообще. Где? На куда? На заводскую, что ли? Не, на 85. Да был я там. Видел? Да ты не был там. Иди зайди, посмотри, блядь. Все равно не свой бункер. Бункер, и, блядь, мой бункер. Нихуя у него, блядь. Заруба бункеров. Сидишь, блядь, вот ту и сиди. Тата на хату, нахуй. Там у него побелено, блядь, всё. Посмотри, что ли, приди, посмотри, увидишь. Дед, пока он так сидит, ёбни его. Скинь его, нахуй. Скинь его, да всё, нахуй. И бомбалюк ваш, нахуй. Едь туда, нахуй, увидишь. Нахуй, нужен бомбалюк. Нахуй тебе нужен, давай. Нам осталось-то чуть-чуть, мы уйдём, нахуй. Куда уйдёте, тихо? В лес? В лес уйдём. Блять, будут, сука, шалаши партизаны. Че там? Благоустроена квартира, у меня там еще и горячая вода, и холодная есть. Андрюха, положь отвертку, отвертку положь. И смерть, да, нахуй, отвертку положь. Не лезь ко мне, пожалуйста. Иди, зайди, посмотри, нахуй. Не лезь ко мне, пожалуйста. Будешь свой срамишь с моим-то, блядь. Выбни, посмотри, нахуй. Все, блядь. Понту еще здесь. Следующая серия, едем к бульдогу домой, нахуй, смотрим, нахуй. Все, дед получил, нахуй. Ну, а что, дед, давай, блядь. Чего давай? Говори тогда, что он тебе правильно сказал, у него бункер где-то лучше, ну а ты скажи, блядь, где-то жил. Замки даже не закрыл, нахуй. Замки не закрыл. Пизди думаешь? Я тоже вечно закрыл, блядь. Смотрю, у тебя открытый, я тоже думаю, блядь, открою. Да я так бахнул. Дед, не в вадиках, нахуй. Каких вадиках? Адики. Адидас. Кто носит фирму Адидас, тому даже танки не даст, нахуй. Ребята, а тут... Идет краска, нахуй, да? Танька красит, молодец какая, блядь. Вот, блядь, не просто так и зарплату платим, нахуй. Маша, да? Да. Тебе, ну, Света, ну, 300 рублей. На троих, нахуй, да? Там корочки нет. Так, книжка все красит, красит, молодец, нахуй. Светка все смотрит. Молодец. Тоже молодец, нахуй. Молодец. Понят? Ну а что делать? Ремонт такой, блядь. А окно открыто вроде бы, нет? Нет? Мы не можем видеть. Нихуя не понятно. Зайчик мой, я тебя люблю. Оба, видишь, вроде. Ну что там дед, блядь? Что там? Так фоточку раз открыл.
Эти рамы нахуй. Да. Вот надо только почистить. Ох, лишь бы не трогали тебя, да? Вон молотком, ломай, не ломай. Я бы был бы, вот жил бы тут. Я чисто там была бы у тебя здесь. Вот кома у них нахуй. Хоп-хоп, а ломаются. Так два мужика живут и нихуя не могут, да? Все, я нюхаю, это. Не мог. И пошли вот так. По кругу пленку. Пленкой полностью обтянул. Ну, я бы все повыкидывал. И это. Сука, меня нет. Чего? Повыкидывался. Бульдог сейчас не заводится какой-то. Еще угол позорвает. Сейчас, подождите, ребята, сейчас бульдог немножко выглядит нахуй и зарядился тоже. Да, бульдог? Люха, слышь? Серег, Серега, вот сейчас полностью, полочки. Полностью. Ой, Женька, всем привет. Всем привет. Полочки, Женька, поешь. Полностью, все. Вова. Там вот так вот вырежешь, ну, под форточку. Вот ну, так, это слышишь, Вова? Давай вот сюда, вот штапики прибьем, вот сюда. Штапики и отсюда начнем оттуда. А потом, когда тут затянем, потом разрежем там. Да, да, полностью. И, да, и форточку. Не, 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 сейчас не, только... не, она нахуй не нужна. Сереж, закрывай эту форточку. Давай, стоп, где штапики? Есть? Ну, дай штапики. С этой стороны прямо. Так, давай это, забираем. Нет. Дед сходил, въебал с ними, блядь. Вели, смотри, как они. Ну а что, что хоть так? Подскажи что-нибудь. Он на девушку смотрит. Нет, ты же, блядь, все знаешь. Там. Короче, пусть творят что хотят. Вот так, это самое. Ну, вот, вот так подержи. Раз, сейчас. Сейчас так подержи. Я тебе шаг, я с этого только снаружи буду делать. Снаружи сделаю. Вот здесь подержи. Вот, так. Всегда дай-ка молоточек. Отстой. Иди, иди. Рыжий, не упади хоть, блядь. На, нахуй, чуть глаз бульдогу не вывел. Подожди. Вот это, вот это, вот сюда, вот там еще есть и на полу. Все, пошел с того конца. Пластиковые окна. Ну, да. Ребята, видите, бригада пластиковые окна вставляет. Давай по пальцу уйди бульдогу. Вот хоть готово, блядь. Теплица готова, можешь рассаживать нахуй. Вы, блядь, куда в бетон-то хуярите гвозди, блядь? Не русский? Ты что, блядь, Женя? Что правильно не делал там? Видишь, так, подожди, а, это сам... Не, подожди! Подожди сюда! Конечно! Вот сейчас двойная, вот там внизу, вот, разрежь. Сейчас середина. Нет, ну она это... А здесь не надо? Слышишь, что? Вова, на дольше хватит, да? На гуёртых разрезы. Не было вообще. Не, а там еще возьмите с пола возьмите. А нам, это, на дольше хватит хоть, блядь. Теперь... Там не хватит просто. А вон там с пола возьмите потом, хули. С пола там же есть кусок-то, хули, нахуй нужен. Обрежем это, блядь, Вова, а курить-то как будут они, блядь? Форточку открыл, покурил, блядь. Сейчас это, а эти сюда. Вова, обрежем ее, нахуй она нужна. Вот здесь она, вот так. Да. Подожди, вот так, сейчас сделаю. Вот так, нахуй. Вот так, давай. Что, шляпки-то сломаны, что ли? Кто? Да шляпки-то сломаны. Так возьми гвозди. Я хуй на них, не забивай гвозди до конца, да и все, прихвати. Я и потом это, и загну. Ну. Гвоздики, блядь, потайными, блядь. А вон маленькие есть гвоздики, возьми маленькие гвоздики. Походи, гвоздики. Вон мешок лежит. Паха же, купил гвоздики, что ты? Я купил. Вон возьми я нахуй. Все маленькие. Ну, ты видишь, а ты говоришь, блядь. Сейчас, видишь, до обоев дойдем в следующий раз. Обои приедем. Только бы вы выкинули бы все это, блядь. Тряпки-то, блядь. Обои поклеили, блядь. Лишь вам хату бы сделали. Мужик с бабой спят, короче, пойдем. Ну и... Ты куда ходишь-то? Люби, блядь, захотелось. Человек не русский-то, нахуй, блядь. Она говорит, что как ты, говорит. Ну, я нормально, вот. Вот, она говорит, что ты говорит, все что ли? Он говорит, долго ли умеючи? Она говорит, да, умеючи, ты говорит, долго. Вот вот так вот. Долго ли умеючи, да, если не знает эти дочь. Ну, бульдог, ты все умеет, блядь. Да, бульдог? Он у себя бомбалюки прибрался, тут приберет сейчас. Умеючи, долго. У меня там бомбалюки, посмотри, там охуеешь так вообще. Да? Прям охуеешь сразу? Да. Вот что, купили. Чё? Чистота и порядок. А у тебя это, другой бомбалюк, что ли? Конечно. Ты вот есть годы. А ты это... Бля, ты какой-то зашифрованный, сука, мы не знаем даже, где у тебя бомбалюк. Да он специально, что там, видишь, он живет там, никому не говорит, да?
Ну все, там наш. Он что, лучше, чем у деда? Я пробовал. Ну ладно. А у деда хули бомбулюки грязные, да, дед? Нет. Чисто? Чисто свои, блядь, вот туда. Сейчас, подожди, пойдем, приду. Посмотри, туда. Танки соседка чирикают, блядь. Да? Чирикаем, да. Вот, так разговорились, блядь. Мне советуют уйти. Куда? От Андрюхи? А Киси, что ли? Киси. Она моя. О, блядь, танки дерется, танки дерется много. А, ревнуешь? А, дед не нравится тебе? Только. Нет, Светка, у меня свой мужик есть, я никогда к твоему мужику не полезу. Не потому что есть свой. Да. Я его очень люблю. Так что дед, тебе хуй тут, блядь, а Таньке ничего не передает. Будь здорова. Будь здорова. Я его очень, блядь, пиздец. Очень-очень? Я вчера пошел, звонила, но звонила. Очень-очень. Дед, блядь. А. За здоровье, нахуй. Паша, за тебя. Давай, хорошо. Дай Женьке он выпить, Женьке тоже хочет выпить. Дай Бог тебе здоровья. Всего-всего самого, Павел Васильевич, всего-всего-всего. Хуй тебе, скажи. Пошел ты нахуй. Я сейчас пошлю нахуй. Дай ножик. Ножик. За Женька. Пашу, блядь. Ножик. Ох, блядь, Данюшка, блядь, какая. Серьезная, блядь. Женька. Дед, ну что у вас, все, все почем? Дед что там нахрюкался? Что? Да, дед уже там, блядь, все, говорит, нахуй. Блядь. Сейчас, говорит, бульдогу ебало разбью, говорит, нахуй. Охуенно. Правильно, бульдог, не это, не это, как сказать-то, блядь. Сейчас, подожди, я хотел. Вот не поддавайся на его найти. Провокация. Провокация, ну. Ну и правильно. Провокаторы, блядь. Ну, это дед, дед провокатор, нахуй. О, Серега, нормально. Во рту всегда гвозди держи, нахуй. Он сейчас подопьет, Андрюха, разберется сам. Ну, во рту, я... когда Серега, сейчас... когда во рту, сейчас, держишь, сейчас, сзади вверх я натянул. Сейчас. Вверх вот здесь. Я. Снизу, кстати. Снизу, вот до сюда. Да. А нахуй не нужен, в рот он не ебался, потом его, блядь, вверх надо протянуть, потом вниз. Сверху, бульдогу, ёбни. Вверх протянуть. Да, потом разрежешь вот так, блядь. Давайте протягивайте вверх. Дед, блядь. А, дед въебал, колбаска закусил и, блядь, счастливый. Нахуй, говорит, я видал, вдвоём, блядь, живут два мужика, блядь. Не, в натяжку идём, в натяжку. Пока. Пошёл ты нахуй. Толян, если мы тебе бабушку найдем, возьмешь? На постоянное место жительства. Нет. Почему? Да бабушке тоже уже не надо ничего. Танька, хватит пить-то, блядь, я не пью, дебил, там красите, блядь. Да ну, мужики, блядь, тебе надо ебать, если все там это, водку убьют, все хочет. Я не водку пью, краску. Краску пьешь, ну? Это Серега, другой пойдет. Дайте новый-то, есть же? Новый, новый. Че, дед? Он новый, заебись. Охуевай. Охуевай? На чем? Стольдеры плотники, блядь. Нет. Плотники стольдеры, блядь. Это он хороший. Кто? Вот это. Да, тоже хуеплен. Нет. Но он сегодня только трезвый. Сейчас, какой он трезвый? Сейчас бомбалюк его обратно потащит. Принимай меня! Принимай рыжего, нахуй. Это я принимал. Вы это все прокладите. Вы это все прокладите. А потом вот это. Вот если вот это прокладите, здесь сбоку и с той стороны. А здесь вырежем вот так, чтобы форточка открывалась. А здесь не отрезайте снизу, блядь, что ты будешь стоять, чтобы капало на пол, блядь. Просто она задувать потом будет, снизу будет продувать. Не будет. Бабулик никто не продувает. Вот так ее нахуй. Вот так. Потом вот сюда гвоздик еще. Вот так вот. Бабулики точно. Бабулики точно. Ну, гвозди импортные, а бульдог сала у него чище, чем у тебя? Надо ли? Это нормально?
нормальный мой. Ну хуя шкафчики, хуявчики, пришел, разделся, блядь, бросил. Ну, надо было не искать. Я полностью все за трусов раздеваюсь, полностью все снимаю. Там у себя блюки. Я там все стели постелено, нахуй, фитис. Постели берешь или чисто? Вообще, я только матрас туда такие. Мы давай разгоняем, снимать тебя там не будем. Это покажешь? Нет, давай новенький, гвоздь. Пиздец. Ты, бля, как гном начал, что ли? Какой гном? Шепотом, бля. Шепотом на ушко Женьки, нахуй. Че так делал? Ну, мочку Женьки, да. Че ты не понял, что ли? Пиздит, бля. И тут еще эти. Да, нет, нету, бля. А бетеры, что ли? Да? При входе на раздевать, блядь, на первом этаже. Да. Там же раздевалка. Нет, он же старый будет гвозди забивать. Нет, нужно, блядь, новую метку. Нет, у нас это, блядь. Бредину какую, ну, мы это... Нравится вам. Осталось, что вам уже не осталось, еще забрали. Давай, вот, гвоздик бери вот сюда. Нахуя его. Я боюсь, видишь, снова другая чужбе расколется, блядь. Нет, да близко ты не бери. Мудаки. Слюнях его. На слюнях его. Чтобы не раскалывалось дерево. На слюнях его. А ты не искал штуку, блядь, чтобы руки отбывать? Отстон вон весь. Да там было. Только не пей его. А то перепутайте нахуй, и возьмите отстону-то, блядь, с дуру-то. Ну да, хапа, шо-то, нахуй, тебе денег, блядь. Весь, блядь, ёпланю, нахуй. Весь глини, нахуй. Пошли, не выпейте, нахуй. Все, вот, смотри, пахнет. Они же заебись, нахуй, молодцы, блядь, хоть что-то... Вообще, ровненько, смотри, как все охотят, красиво, все. Вообще, блядь, пошли, выпей, блядь. Ладно, все. Да, мне хоть где-то... Это пиздеть, это одно, а делать это другое. Где, про это, да, говоришь? Ну да, дед, понял, пиздишь, нет, че? Че? Как? Ну, вдруг получится. Кто? Вдруг получится. Бульдога, что ли? Андрей Бульдогович. Андрей Бульдогович. Ты знаешь, что я тебя люблю? За что? За член мохнатый. А что ты? Вовка накатил, пошли, нет, это, колотить. Я ни разу не видела. Пленка кончится, блядь. Ты ни разу не видела? Вовкин член? Да ну нахуй, че пиздишь-то? В бане-то, помнишь? Серьезно, блядь, что ли? А в бане? А кто в бане-то договор сделался, побежал? Во второй. Это, сука, пиздуня. Танька пиздища. Танька пиздит, нахуй, не видела, блядь. Он не настолько маленький у меня, скажи, да, чтобы его не видеть, блядь. Мадам, я в галы побежал. А я мне похуй. Давай. Где, только ножницы, блядь, зачем ножницы взял? Он у меня, нахуй, блядь, как оно называется? Нокер, блядь. Нормальный, нахуй, блядь. Пока. Нокер, блядь. Не кривой, не косой, нормальный, стройный, писька, нахуй. Жека, ты не ну а что, Жека, ты тоже интересно, блядь, стало? Он наш рот открыл. Ты слушаешь, блядь. Ну что, блядь, все, закончили ремонт нахуй. Бля, хоть сейчас видно, ребят, здесь все. Кошка, наверное, охуела, скажи, увидели меня как так, блядь. Кошка, в ахуете, нахуй. Она вон под дедом где-то там сидит. А, вот она сидит. Вот она сидит. А, это ножик канцелярский называется. А его дома тут не найдешь. Что там, блядь, поминулись? Напугал ее, нахуй. Я говорю, там два провода, говорю, фаза и ноль, нахуй. Ты бы красишь, сейчас, блядь, пиздец тебя, нахуй, на раз стану. От стенки это. Дядя? Вовка, чего? Из-за нематока. Автоматики. Ты что, ты что не торопишься нихуя, блядь? Да. Да ты не так, только аж так, как нахуй ты только срываешь-то. Блядь, вот это закончится, нам будет сплачивать тоже, блядь. Глаз, блядь, у него одно. Заебись, спасибо. Да нет, Жека, знаете, я вот. Нахуй ты их прибиваешь, не надо их прибивать, Андрей. Так еще, а ты что-то подбудут на бой. Рыжий быстро согласился нахуй. Тебе, блядь, специалист говорит, ты че, сука, Андрюша, блядь? Да, охуел, что ли, блядь, Андрюха? Вовку Рыжего не слушаешь, Вовку Рыжего все слушают. Да, мы тогда, знаешь, что такое дело? Тебе не охуел, ты можешь... Да я знаю, да. Как мы охуел? Сейчас лето. Здесь время отменить. Мы сейчас по-другому сделаем. Слышь, а вот... Блядь, я не буду хуй что сделать, Вов. Погоди. Подожди, нет. Убери это сейчас, по сути.
На саморезы сади нахуй. Зачем? Вот так. На саморезы. Нет, я не буду, вот так положи, пошли. Новый подоконник, блядь. Ну, блядь. Только вот саморез вытащи. Вот этот. Откос, откос нахуй от бульдога. Откос, видишь, пластик, откосы нахуй. Все, блядь, хули. Вот так. На, слышу, на бульдог. Вот, слышишь, Андрюха, сейчас вот эта залупа начнет цвести. Вот она, видишь, тополь называется. Весь пух будет здесь. А. И что пуху, блядь? Потом вот так это зажигалкой все, вот так захуярить все. Как ты будешь чистить? С той стороны лестницу будешь ставить. Зажигалкой спалил, да и все нахуй. Вместе с пленкой нахуй, срамами нахуй. Никаких проблем, блядь. Вырать его, ебать, пусть. Дед, что ты делаешь? Ногти сидишь, там? Смотри, нахуй, что у тебя на будет. Нихуя, дед, когти, блядь. Тебя нож, блядь. Полетит нахуй, спух этот весь. Тут, блядь, пол окна будет пуха, нахуй. Как ты будешь вытаскивать его? Да вот так вот тут пуха улетит. Ну, а тут, когда дождик пройдет, полностью. Нихуя, это, блядь. Ты говоришь, что аж все зрители в шоке, нахуй. Рыжий такую правду говорит, правду матку рубит, нахуй. Че, нахуй, нужно вначале думать, потому что потом делать, нахуй. Правильно, въеби их бульдог. Нет, вначале я, видимо, не правильно. Сейчас я хуй переспать. Я думать буду, нахуй, потом делать. Открой окошко такое. Ну, во. А там внизу-то, блядь, еще шире, блядь. Ох ты. О, блядь, свежий воздух пошел хоть нам. Внизу там стекла нету, блядь. Потом форточку открываем, блядь. Ну, больно, блядь. Дай глоток. Все, сейчас можно этот с половину не стеклить. Вот. Нахуй она нужна. Закрой форточку, блядь, сквозняк, ебаный, стол, блядь, заебал, блядь. Продувай это, хуй. Меня продует, блядь, я вспотел, блядь. Да, чтоб красиво, блядь. Теплицу сделали, блядь. Садим огурцы, блядь. Да, панеру обратно забивай, нахуй. Здесь фанеры, блядь, дизайн не такой, блядь. Фанера и лучше, блядь, было, блядь. Ну, блядь. Ты что, гонишь, что ли? Что ты? Я пока на время плитку какую-то плёпку прикрыл. Не надо закрывать, открывай. Чтобы не дуло, здорово. Сквозняк, ну. Я молодец, он. Еще обои вон кусочком заклеит. Ты обо мне заботишься хоть, блядь, чтобы меня не продуло. А, а то это... Нафиг. Кинь мне вопрос, это всё. А то у Женьки жена порвёт, нахуй. Я сына-то. Хуй-то? Конечно. Дай Вовке пускай нам друзья тебе так. Тебе не дома, нахуй, блядь. Жильцами пользоваться, нахуй. Ножницы-то у нас есть. Все есть. Наблюдание активируется. Все, кроме бакарева. А надо щуку мне купить. Что? Щуку. Что это? Пилку по металлу. Нихуя. Кокоть отпилить. Нихуя, кокоть тигра, блядь. Богатый, нахуй. Дай деду, блядь, пускай грузит его. Ну это, как его? Чем я буду? А ты размусляешь? Ну, зуб, нахуй. Так ты размусляет, нахуй. Нарисую, зайдем нахуй, блядь. Блядь. Ты куда пошел? Хули ты, блядь, не доделал? Я там прикрыл просто, чтобы было, потом ты доделал. Все, работа кончится, охуенно. Мы как, блядь, вот так они работают, ну ладно, что, блядь. Мне там похуй, нахуй, блядь, и болгаркой могут. Ну что, Диана, все закончила? Нет, не закончила. Просто я умоталась, блядь, в краске. Что, на следующий раз оставим? Нет, я докрашу сегодня. Ой, блядь, блядь. Давай, да крась. Ты помоги хоть ей. Ты что стоишь? Твоя же квартира-то. Чего не умеешь-то? Макай да крась, блядь. Макай да крась. Чего ты не умеешь-то? Вот цветка, блядь, какая. У нее сережки еще серебряные, что ли. Киса подарит? Одна. Одна? А вторая где? Я хочу серебряный тоже. Ну вот. Говори ребятам, скажите, ребятам. Кто мне там покурить? Павел, Дамир. Павел, Дамир, хочу серебряный. Сережки. Все слышали. Кого? Че, плохо, что ли? Смотри, нормально. Только ты насчет пуха вот этого сказал, да, ты правильно сказал. Да. Ну, блядь, пока этот пух повалит, там можно уже и ту раму застеклить, и стекла, нахуй, даже стекла найти. А вон в садах, ну, блядь, пленку-то. Они год пленку-то, блядь, застеклить собрались, блядь. Мы сейчас уедем ее, продадите, нахуй, блядь. Обратно заколотите фанерой, блядь. Ок, ну, как нормально, блядь, вообще. Андрюха, фанеру можно. Мне все нравится. Фанеру можете продать. Только один. Надо расшевеливаться, Андрюха, чего вы, блядь? Ёб твою, два мужика. Не расшевеливайся, что ли? Маха, Серега один нахуй не смотрит ничего. Малолетки-то тебя спрашивали, пойдем. Че, говорит, он забыл уже, говорит, про нас, что ли? Я говорю, откуда я забыл? Идем, я
трубы раньше туда ходили. Чукар, его друзья-то все эти вот это. А, и он? Да. Че они забыли? Сергей. Павел Васильевич, когда бывает здесь? А, так вот скажи, мы же на трубах не живем сейчас, нахуй, да? Правильно. Я понял, что а что ищут? Когда он здесь, говорит, бывает? А что? А я откуда знаю? Че, говорит, он забыл, говорит, про нас, что ли? Он и не вспоминал про них. Слышишь? Мы проезжали мимо, там нету никого, нахуй. А Толяна не нашли, так? Толяна рыжего. А кто что говорит? А кто больничек? Кто его где-то подобрали? В центр революционного уехал. Кто революционный центр уехал? Замерз, что там не говорит. Там еще точек очень так нигде нету. Вон там. Где? Где? В психушке? Чего? Ты про гнома? Гнома, конечно. Да не гном. Кто? Толик, что ли? Да. Это, ты откуда знаешь? У тебя что там, блядь? Телевизор, что ли, бомблюки? Откуда знаешь? Не вылазишь из него? Откуда знаешь? Новости смотрел? Там неизвестно, кто говорит. Ну, короче, одни одно говорят, другие другое говорят, третье говорят. А четвертое, пятое, пятое. И, короче, сидит человек, все правда. Где это самое? Меня Скотта тоже это самое. Она меня вызывала, она тоже, блядь, что блядь, насчет этого. Где рыжий? Я говорю, блядь, если я узнаю, где рыжий, я вам скажу, где рыжий. Че ты прям хочешь закодироваться? Давай закодируй тебе. А прокапаться нахуя ты прокапывать что делать? Прокапаться. Сам не пей просто, блядь. Не могу. Давай я тебя закодирую, там. Не надо. Давай бульдог тебя как кузнец закодирует тебе. Не надо. Че? Том раньше работал. Пить сразу же бросишь, нахуй. Я вот не хочу. А вот в самой жизни. А где у меня? Ой, я сейчас пью. Бульдог нормальный парень или хуёвый? Хуёвый? Почему? Не нравится тебе бульдог? А Вовка нравится? Сейчас это Серега. А Серега? А Серегу я не знаю. Мало. Как да, мало значит? На тебе от хуевого парень. Вот. Тебе наркозависимый. И алкозависимый. Нормально бульдог подъебнул где-то нахуй. Лайк. Бульдог красавчик нахуй. Я там был уже 3 месяца нахуй. Да я не был. Понравится тебе там, надеюсь. Я и не был ни разу. Поедешь даже. Вот, да, ребят, видите. Наработали все. Наработали все, ребят. Кто их на работу хотел, блядь, взять? Берите, вот они. Вот все, блядь. Работнички. Бригада, блядь. Бригада ух, работает до двух. Нет, я пил нахуй. Вши, сука. Там не вши, блядь, там блохи. Да нет. Дед, у тебя есть вши? У тебя бульдог есть у тебя вши? Бля, вообще нахуй. Заебали. Да, заебали. Чего все в шайне-то, блядь? Нет, у меня нету пока. Почему пока нету? Тут 3 года уже, блядь. Давайте в шахматы сыграем с вами, да? Нет, сыграешь шахматы с бульдогом? На деньги. Не играю. Испугался? Не играю. Да. Ладно. В карты. Бульдога уважает, нахуй тебя. Не в карты, не в шахматы не играю. Не с бульдогом, да? Ой. Я вас только знаю. Ну погоди, блядь, мы что ебаны, что ли? Да, мы что, блядь, полдня будем, что ли? Мы уже поехали, блядь, может, все, съемки заканчиваются на сегодня. Надо ехать, нахуй. Сейчас пленка закончится, мы снимать закончим, нахуй. Да? Сейчас, дин-дин-дин-дин-дин-дин. Чуть осталось еще. Я да. Вот, Паша, угу, сейчас, не пойду. Играет. Не девочка, да, вот. Я уже все, Я откуда знаю? Вон эту форточку, Вася, я открою. Мы здесь, блядь. Совести нету, что ли, блядь? Пусть они занимаются любовью хоть. Так мы здесь, а, блядь, ебли занимаются мне похую. Иди, Танька, за жопу пощупай. Нет, это не пизде. Танька, нихуя уже, блядь. Пизде, блядь. Пожалуйста. Ой, я выпил, блядь. Я не пил.
Ну ты выпей. Да не пизди нахуй. Ты чё, Иван? Где ж ты пиздяк? Поцеловать девушку. Не надо. А что ты не хочешь-то? Ни сестра, ни дочь, ни сватый брат. Внучка. Внучка. Дай внучка шерку поцелуй. Так я говорю, попробуй, шерку чёрт не могу. Я поняла, в чем проблема. Что думаешь, я? Не надо. Пожалуйста. Танька, ты что, путин, не надо! Дружище! Деда напугал! Не надо! Не надо! Она говорит, дай я поцелую. Нет, не надо! Когда без жопы... Не кончил его! Да это он хотел, блядь, все! Ну не трогай, пожалуйста, у меня там геморрой, блядь. А я геморрой сейчас в руку залезет. У меня бункер все заберет. Нет, бункер. Нет, я с животом своим не влезу туда. Дед попал, дед попал. Танька его нальет. Дед, блядь, попал. Съемываться надо, блядь. Дед тоже нальет, намажет надо. Все, дед побежал, побежал, блядь, побежал на его танке. Куда побежал? Отстань от меня, пожалуйста. Почему? Дед, блядь. Ты что, дед, блядь, говорю, надо? Гномика нету, сейчас тебе, блядь, не стоит. Не, надо, напугал деда, блядь. Дед, блядь, бежай. Отойди. Нахуй отойди, пожалуйста. О, дед сваливает. Видишь, на деда даже авторитет у нас останки, авторитет на него, блядь. Все, нахуй, дед, блядь. Не надо. Вот так вот, дед, блядь. Видишь? Я тебе вот скажу, все уже я. Ну что, Таня, тебя пощупал, тебя хотела, что-то там. Бесполезно. Блядь. Бесполезно, все. Приятно было хоть, нет? Какое приятно? Нихуя. Было бы, да хорошо. Ладно, все понял. Что там, блядь, происходит, ну? Форточку скрывает, блядь, уплачивает. Чё, блин? Форточник. Вовка, форточник. Вот и все. Все нахуй. Ай да рыжий. Ай да. Ох. Ай да молодой. Ах, все, я хотел Таньку по жопе досмотреть, блядь. Ну не стал. Она тебя полюбит за это. А, Светка додаст тебе. Ночью, ночью. А, рыжий, рыжий тебя. А, надумала Серега, блядь, обрадовалась. Это Вовка. Она в шоке, ё. Думала, но ты... Думал, что я... Вовка. Бля, сетка, она к чему? Что сделать? Нет, иди! Видно, не судьба. Иди, котику покушай даже есть. Эленький, помнишь, сколько мы знакомы? Иди, дед, сейчас Танька тебя еще пощупает. Да пойду я там колотить. Все, убегает, убегает на... Эленький, ты же помнишь, сколько мы знакомы? А, рыжий... Позу корову Танька поставил, нахуй. Красивая. А ты знаешь, как мужики сходят с ума? А чё? У меня их 10, блядь, 20. И сходят, блядь, говорит, Танька. Ну, вроде бы с ума сходят, нахуй. А я один единственный, сходить с ума не буду. Трогать буду, шупать. Меня не надо красить, я не стенка. Я тебя покрашу. Ладно, не мешаешь, Танька, пускай красить нахуй. Что там у вас происходит? Что? Потом пленку снять, блядь, обратно заплатить. Не решил, блядь, на так. А, это прихватить, да, Сергей? Ну, тяжело, что потом оторвать, блядь. Ну, понял. И фанеру обратно заплатить. Ну, это на зиму, да, Серег?
Как на следующий, если мы-то здесь уже стекла будут стоять. Какие там... А, они вставят уже пластиковые окна, блядь. Там уже стекла будут стоять, нахуй. Нет, я жду, видишь. Время еще там, блядь, весна, нахуй. Окна будут. А до следующей, блядь, еще... Не, может, вам уже к зиме до следующей другую квартиру дадут, хуй. Государство-то. Я не знаю, Сереж. Какой-нибудь воздействие поближе, да? К мусоркам, например. Надо. Попроси, скажи. Скажи, мэр. Мэр, дай нам квартиру, возбесить там мусорок больше. Хотя секционку нам. Да, хотя бы гостинку, да? Секционку на какую-нибудь там будет. Хотя в секционке, там общая кухня у них. Да, а, дайте, пожалуйста. Да. Я там же был. Есть чего-то еще? Выпить, да что? Да. Тебе же хватит уже, нахуй. Нет. Ну, ты что, ты старенький, тебе много пить нельзя, нахуй. Надо. Нельзя, нахуй. Женька. Немножко.